Хайоу, всем привет, с вами Ганс, и мы с тобой продолжаем проходить Outlast 2. Я все никак не вернусь с этими праздниками, то в прошлый раз вернулся, что в этот. Че ты смеешься, я тебе серьезно говорю. Так вот, надеюсь, теперь все будет нормально. Праздников вроде никаких нет, все закончилось. Мне тоже страшно, ты не поверишь. Хотя нет, сейчас мне не страшно, мне было страшно в тот раз. И без здесь звуки. Фу, в общем, рад тебя видеть, рад тебя слышать. Ну, читать, точнее, в комментариях. Обязательно пиши комментарий. Опен. Там что-то лежит. На столе. А, это стул. Окей, ладно, все, идем. Ну, опен. Мать твою, как тут темно-то. Как камеру достать? Так, стоп, это поворот? Да, это разворот. А вот это камера, все. Здрасте, а что-то как-то темно, не? Ой, люблю возвращаться в игры. Сколько я в нее не играл? Неделю, наверное. Ну да, сколько на канале роликов не выходило. В общем, поздравляю тебя с наступившими праздниками. Это кто сейчас дышал, как змея? Какие-то, сука, страшные ногти. С червяками можно спутать. Спрятаться? Да? Куда? А, фига, можно темный устроить. А толку здесь не видно нифига. Там что-то лежит. Тихо-тихо-тихо, прячься, блядь. Прям-прям-прям-тихо-тихо-тихо-тихо. Фу, на эмоциях можно ляпнуть лишнего. Я там, кажется, чуть-чуть ругнулся. Ты ушки закрой, ты этого не слышал. Ты этого не слышал. Я не ругаюсь. Я ругаюсь только тогда, когда злой. Да. Да что такое-то? Да что за звуки-то? Тихо. Отвернусь нахер. Как будто кто-то где-то... То ли крадется. Очень странно. Здесь заперто. Тихо-тихо-тихо-тихо. Спрячусь нахер. Кто-то грубо ползет, я тебе отвечаю. Наж... Фу, блин, это его рука. Говорю, какие страшные у него пальцы. Так вот, я же говорю, нас же сюда какой-то язык притащил, то есть какое-то существо. Вон какая-то записка валяется. Надо поаккуратнее. Ни хера не видно. Меняй. Не действуй мне на нервы. Прячься. На всякий. Я не знаю, почему камера глючит. Но по звукам, как будто кто-то ко мне подходит. То есть музыка нагнетает, да? Какие-то пошарпывания. Тихо. Не-не-не, до свидания. Камон, ну что такое-то? Я не пойму, как что делать-то. Пойдем посмотрим, может там что-то в этом ящике лежит. Какая-то записка, да? Что-то прочитать не хочешь? О, шкатулка какая-то. Это же Джессики. А может давай не будем? Сейчас сюда кто-то прибежит. Ну все, сейчас кто-то прибежит. Че, она откроется, нет? Твою мать! Тихо! Там батарейка справа лежала. Давай подождем. Сейчас по-любому сюда кто-то придет. Звуки же были. На шум кто-то в любом случае придет, как в тот раз, когда я генератор завел. Я думал, меня сейчас тут вообще за плечо схватит. Бери. Опен. Тихо-тихо-тихо-тихо. Я спрятался, тут нет никого.
Единственное отличие хоррор-фильмов от хоррор-игр в фильме ты можешь закрыть глаза. И ты этот момент пропустишь. То есть фильм пойдет дальше, его никто на паузу не нажмет. А вот игру дальше ты видишь только тогда, когда ты сам через это пройдешь. Может быть, просто камера сама по себе так дрожит, как эффект в этой локации? Вот я тебе отвечаю, как будто кто-то вот рядом. Может, обратно надо идти? Тихо. Я никого не вижу. Мама. Ведь тут надо что-то сделать, я вот что не пойму. Я лучше всякий раз буду чуть-чуть прятаться. Насколько ты знаешь, мы ваншотные. Нам один удар и все. Вот кто-то сейчас опять ползает. Давай пробежимся. Тут хоть светло. Блин, это просто капец. Закрой нафиг. О, я что-то пока не пойму, что надо делать. Может, теперь в другую дверь надо пойти? Тихо. Не-не-не, это эффект камеры, он теперь везде такой, понятно. Так что ничего страшного. Окей, может, что-то надо найти? Вот еще как... А, блин, это... Хотел сказать, шкатулка. А, это сопливчики. Окей. Странно, кстати. Хотя этот эффект происходит тогда, когда я рядом с дверью. А тут есть еще на столе-то, нет? Калькулятор. А что делать-то надо? Куда идти-то? Я что-то не пойму. Я не хочу туда возвращаться. С чем, а? Хотя тут, смотри, еще одна дверь есть. Что-то я как-то пропустил. Не, она запертая. Блин, а что делать-то надо? Все двери заперты, там нет... Я вообще как понял, эти двойные двери, вот которые там дальше, они вообще вроде бы никогда не открывались. Открывалась только одна такая дверь, когда вот была на выход. Но мы тут уже ходили, ничего не было. Ну, давай вот это попробуем. А, ну я говорю, она не открывается. Блокируется. Блейк! В смысле? Джессика. Ну-ка, нахер. Откуда здесь девочка взялась? Оба! Дверь открытая. Тут же ее не было. В смысле? Че орешь-то? Ты где? Опа-на! Опять повесилась девчушка. Ты серьезно? Oh, иди сюда. Как так? О, тихо. Fuck. Мне туда надо идти? А мне тварь не сожрет, нет? Опа, ушла. Фу, блин. Ты тут дурак, что ли? Уйди от меня. А сейчас чудовище. Ты как здесь оказался-то вообще, дуринда? Мать твою. Все, окей. Валим отсюда. О, еще один. Открой. Беги нафиг отсюда. Здесь дураки одни. А куда бежать-то? Тут все заперто как бы. Куда бежать-то? А, во! Перепрыгни, дурак! Ох, ты меня догоняешь еще. Да какого хера тут столько много дверей-то? Понятно, уходи, все. Промазал. Куда бежать-то? Ни хера не видно.
сучок за мной ползет, ты прикинь? Давай, друг, быстрее ползи. Нормально меня до усрачки напугал. Тварина, блин. Была вообще сначала одна локация, потом другая резкая локация. Как это здесь вообще работает? Что за глюки-то такие? Мне кто-нибудь объяснит хотя бы этот момент, нет? Твою мать! Да чего вас так много-то? Он бежать не хотел. Он не хотел бежать. Он шел как черепаха. Но он, походу, дело устал, запыхался. Открывай, давай, 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 дружище. Бежим, бежим, бежим. Тут нечего снимать, тут все нормально, тут все свои. У всех поехала крыша. Бери. Я даже ее в прошлый раз не заметил, ты прикинь. Вот, все, прячься. Все, до свидания. Не, он еще за мной, смотри, идет-то. А как я там спрячусь, там народу дохерища. Там справа чувак был, слева, еще один слева был. Да, да, он за мной ползет. Просто теперь сейчас мы оторвались чуть-чуть побольше, потому что я знал теперь, куда бежать. А классно тут атмосферка, да? То есть ты не знаешь, что делать, куда бежать, и ты прям наугад все быстренько пытаешься сделать. Вон, налево сейчас побежим. Вот так вот. Все, до свидания. Лошара. Не пройдешь, да? Ну, видимо, да. Еще один алкаш. Хорошо, хорошо. Они сейчас дом окружили же весь. А чё они отходят, они дураки? Нет бы окно бы разбить, залезть сюда. Нет бы доски проломить. Чё они от меня уходят-то? Бля! Ты дурак, что ли? И куда мне? Тут некуда идти-то. Да сядь ты, блин! Заглушишь ты. Что здесь под кроватью прятаться можно? Он сюда идет. Поверни камеру. Здесь камера, кстати, не всегда отзывчива. Сейчас она вообще поворачиваться не хотела. Да, он здесь стоит. Может, давай ты пойдешь туда-обратно? Я, может, там под кроватью, не хочешь проверить? Сюда идти не нужно, мужик. Не надо. Забудь. Крюк для плоти, крюк для плоти. Да, все, надо валить отсюда. Просто ужас. То, что здесь творится, такая пиздец какой-то. Еще одна кровать. Да открой, что ты дверь-то... Да-да-да, открой! Да ты что ты делаешь-то? Оп. Да какого хера ты сюда приперся-то уже? Да как он здесь оказался-то? Это очень странно. Был здесь, я пошел тихо. Нет, он уже сзади меня оказался, как я только к ящику подошел. Что за нахер-то? Может, ты там оттуда уйдешь? Нет, мужик. Здесь-то его теперь нет. Он даже идти сюда не хочет. А его хотя вообще здесь нет. Идет, 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 идет. Ну что, ты будешь отсюда уходить, нет, друг?
Давай, давай, уходи отсюда. Ботиночки-то в крови. Я думал, меня просто реально услышал, получается, когда я с картонов встал. Тогда пипец здесь какой стелс должен быть. Благо одно то, что он не такой быстрый. Я думал, меня сейчас заспамит атакой. Падла, уже опять заметил, да что ж такое-то? Это просто дебилизм какой-то. Как тут все надо медленно делать? Я откуда знаю, как они все это анализируют, как они думают, как они двигаются? Я же маршрут-то их даже не знаю. А тут еще один. Их тут двое, что ли, получается? Очень странно. Это получается просто мы короткие, маленькие временные отрезки проходим. В то время, когда могли пройти большой сюжетный кусок. Да встань ты уже. Да ты заколебешь! Серьезно, мать твою! Да где свет-то? Ну мне надоело уже, честное слово. А, батарейки закончились, тогда понятно все. Как он сюда так быстро приходит? Он же там рыской должен. Что за га... Ладно, я молчу. Вот серьезно, бред какой-то. Вот он идет. Он забагованный придурок. Он вон сквозь лестницу провалился. Может реально просто какой-то баг словил? Ну как это еще можно объяснить? Он каждый раз у меня за спиной оказывается. Я ж не успею отодвинуть его, если у меня кто-то за спиной есть. Мне просто жопу надерут и все. Как-то все странно в этой игре. Может реально просто забагованность сейчас была. Локация забаговалась и все. Да, ага. Вроде какие-то придурки, детки-пердуны старые, блин, рухляти костлявые, а все равно страшно. Да в смысле перезагрузить? Я треугольник три раза нажимал, когда там на лестнице стоял. Ничего ты перезагружать не хотел. Опа-на. Мадам. Фигурка ничего такая. Давай быстрее записывай. Просто как бы время-то идет. Не могу же я серию записывать по 3, по 2 часа, правильно? Правильно. Кто это? Непонятно. Мадам, вам помочь? Мадам. Фу, прикинь, да в таких условиях жить. Ссать, срать, есть, все в одном месте. Она у нас вся заблеванная, вся какая-то порезанная. Фу. Зато как это все натурально выглядит. Сики-каки. Куда дальше? Ну, нашел я ее. Наверх? Да нет. В чем прикол? Тут можно было ящик отодвинуть. Вот оно что. Мне это чем-то Резидент 7 напомнило, когда мы нашли, как ее, Мия, кажется, звали. Сейчас как она на меня тоже спины набросится. О, галоша. Что это за хрень? Колодец. Для Спарты. Приехал в село. Дерьмо.
Приехал такой, значит, в село, да, в деревню, думал спросить дорогу, куда ехать дальше. А тебе бац в колодец, сказали, иди попей водички. На, в задницу, пинок. И ты тут, висишь на колышке. Молодцы ребята, процветают. Ну-ка, поднять, почитать. Давай, 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 давай. Только текст. Господь знает, что я сделала, и он заставляет меня смотреть на это, когда я слаба или испугана. Не моя вина в том, что Иуда не умел плавать, или в том, что он чувствовал ко мне похоть. Я бы спасла его, если бы у меня хватило сил. Я не сомневаюсь в тебе, Боже, но, пожалуйста, перестань мучить меня этими кошмарами, которые появляются даже наяву. Я не могу больше смотреть, как он тонет. Прими мою смерть как покаяние, ведь я ношу ребенка папы Нота, и меня терзают страдания, каких я никогда раньше не знала. Ребенок в моем утробе определенно дьявол. Об этом можно судить по являющимся мне кошмарам и мучениям. Я твоя. А вот смотри-ка, может быть, эти кошмары как раз те видения, которые мне сейчас кажутся. То есть про вот эту там школу, про девочку. Ну а получается, у каждого свой кошмар, страх, что ли, появляется здесь? А как это работает? Я-то не беременна, я за мужика играю. Беременна-то жена. Или это у них кровная, семейная. На телепатическом уровне. Звук вроде никаких не слышно. Оп, батареечка. Да пройди ты. Взял и встрял, дурачок. До свидания. Я просто бегать пока здесь не буду точно. Меня на каждом углу кто-то встречает. Не, здесь вроде тихо пока. А еще батареечку подогнать не хотите? Да что, твою мать, ты здесь делаешь-то? Да какого хера ты чё, дурак? Иди в пень, дружище. Да запустись ты вниз, ты что ты делаешь-то? Сядь. Да что ты делаешь, мать твою, вылези отсюда. О, какой ты дурилда. Вылези отсюда нахер. Где камера? Бля, прыгай. А-а-а! Беги нахер! Беги, дурак! Беги, тебе говорю! Живи! Какой ты глупый, а? Твою мать! Ну ты серьезно, что такой тормоз-то? Ну я вижу то, что вниз нужно опуститься, он не опускается в этот низ. Я сколько пытался присесть? Раз пять, наверное, он не приседал. Что за дурак? Где вот его? Да в смысле здесь он в доме? Понятно. Вот, сядь, молодец, говна, кусок ты глупого. Беги отсюда нахер, вон, вперед. Беги, 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 все нормально. Все нормально. Сейчас нам чуть мужик жопу слева не надрал. Но мы от него убежали, нет, не убежали, он за нами ползет. Давай, 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 ползи. Да, ползет, конечно. Чё ж ему счет делать? В смысле? Это вилы передо мной воткнулись. Я просто посмотрел вниз монитора, поэтому что-то сначала не обратил на вилы внимания. Я думаю, что за звук? Думал, мне кто-то по пятке цапнул. А дальше что? Понятно. Давай, 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 ломай. Ломай, тебе говорю. Да твою мать, да что такое-то? А что делать-то надо? Да я чё, я не пойму, что делать надо. Чё за нахер творится? Все очень быстро. Очень быстро. И ты не понимаешь, что надо сделать. Ты вроде бежишь, да? Ты как бы делаешь то, что тебе нужно. А все равно получается какая-то херня. Я логики не видел в том, чтобы он ломал этот пол. Ну провалились бы вниз, еще бы они на нас бы сверху бы спрыгнули. Все, где логика? В задницу гномика?
Очень странно. Сколько уже рак сдох? Два? Но на самом деле все дело в том, что ты не понимаешь, чего от тебя игра требует. Ты как понимаешь, да, тебе нужно бежать. А куда бежать? Хер ты пойми. Да, да, привет. Расчесочка. Ты решил меня причесать? Какие вы заботливые. Так вот. Одно дело, когда ты знаешь, куда бежать. А другое дело, когда ты вообще ни хера не понимаешь. Еще с этой камерой. Сукин сын. А, он обратно залез. Придурок, он обратно наверх залез, ё-моё. Анимация кривая здесь. Я думаю, как я мог оказаться там же, где я и был, если я вроде бы... Куда? Да твою мать, да заколебёте вы, серьезно! Куда бежать-то? Да тут непонятно, куда идти. Сдохни 10 раз и нихера не поймешь, что нужно сделать. Ну только попробуй меня теперь здесь снова заставить в декорациях. Я тебя застрану, падла. Пока все нормально. Пока все нормально. А вот здесь-то непонятно, куда бежать. Вот сюда, может, кажется, залезть надо, на кровать на этом. Да херушки, Клава. Я не пойму, куда надо идти. А-а-а, да твою мать, да ты камон, откуда ж я знал, смотри, здесь решетка какая-то непонятная. Ох, логика вещей. Вроде никого нет. Нихера непонятно, серьезно говорю. Вот ты бы понял, что сюда надо было зайти. Я-то увидел это место. Но только то, что я увидел, не было ни кнопки нажать, ничего. Ага, значит, открыть можно. Давай-ка пока здесь осмотримся. Ну, чё-то как бы здесь такое. Местечко пока странно. Да открой, твою ж, ты чё делаешь? Да открой, тебе говорю. Спасибо. Фух. Да. Нормально. Живем. О, какой-то новый. А, нет, Сид. Нет, стоп, Сид был в этом, в Far Cry. Живой? Да вроде не. Как понять, в какую сторону дверь открывать? Непонятно. А, это церковь. Мы пришли в церковь. Опа-на. Здрасте. Бедная бабка. Пришибила люстры и столом, а? Как в таких условиях работать, а? Невозможно. What the fuck? Am I losing it? Ну, скорее всего, да. Деревня придурков. Ну серьезно, ты бред какой-то. Бабуль, ты как? Кто тебе мозги вынес? Фу. Там вроде никого. А здесь дверь-то заколоченная. Да пройди, пожалуйста. Я ж тут не выйду теперь. А погоди-ка. А, нет, это другое место. Я думал, там, где был колодец, где нас засосало. Мы типа просто в обход, что ли, прошли. Было бы еще понятнее, куда бы теперь идти. В эту дверь, что ли? В обход? Сейчас бы, наверное, какой-нибудь мужик бы вывалился бы, было бы забавно. Не, бегать я не буду. Мне хватило на сегодня. Беготни.
записочка, а вот и выход. Окей, давай записюлечку почитаем. Оп, какие-то глюканы, смотри-ка. Какие-то разводы, или это просто от свечки такая фигня? Или все-таки нет, только текст, давай. Цель. Дети не должны бояться своего долга, восхвалять его как гарантированный вход в рай. Запомнить, в раю нет боли. Отец дал вам жизнь, поэтому ваша жизнь принадлежит ему. Бог дал вам жизнь, поэтому ваша жизнь принадлежит ему. Вы можете не знать, что сами являетесь врагом. Ваш страх – инструмент врага. Господь знает лучше. Привлечь и изучить. Кит спас Иона от утопления. Иисус в пустыне с сатаной. Авраам убил Исаака и сердце. В сердце. Проект «Жребий ангелов». Кто будет врагом? Ага, Иисус с сатаной в песочнице играются. В пустыне. Курички строят. Окей. Стекло. Не-не-не. Я же говорю, гроза богов. Ну это что такое? А может быть это просто телекинезом здесь владеет? Да вылези ты отсюда. Да какого-то... Вот что тут делать сейчас? Опа. Отглючило. Поэтому я смотрю-ка, здесь прям сейчас нам весело будет. Сейчас опять от кого-то бежать. Ну справа кто-то орёт, да. Качельки. Еще одна записка, ты серьезно? Давай, мамочка, открывайся. Мамочка, мисс Карсон сказала, что нельзя рассказывать о том, что они будут делать. Но она не сказала, что нельзя писать «Пожалуйста, не дай им убить меня. Я люблю тебя и папочку, Джулианна». Зашибись. Какая логика, да? Как мне туда забраться? Чёртов забор. Может туда вскарабкаться, нужно только что-то... Что-то стать, может что-то подставить, но вот тележку можно подтолкнуть. Вперед какую-то сторону. Надеюсь, она нас не заметила. Залезь, твою мать. И у меня сейчас с ней опять сейчас попрыгушки начнутся, побегушки. Убери камеру. А, мы с другой стороны моста, что ли, оказались? Ну, видимо, да. Ага. Блин, ну я пока вообще бы не рисковал бы туда идти, на самом деле. Раз эта дура там была сейчас, мимо нас только что прошла, значит здесь сейчас что-то будет прям такое. Чтоб знать, куда идти. Просто непонятно, куда идти. Глава 10. Давай быстрее читай. Блин, да, они ходят, погоди. Надо спрятаться куда-нибудь. Оп. Просто получается, вот сейчас же звуки идут, пока текст нажал. Блин, ладно, давай потом посчитаем. Она щепата такая здесь неприметная.
Она прям здесь. Ну, это девчушка, обычная баба. Понимаешь, самому слышно, как он боится, как он дышит. Блин, ты будешь отсюда уходить, бабёк? Еще там кто-то поет, как будто. Очень странно, как мне отсюда теперь уйти-то, блин? А что ты за мной-то идешь? Блин, такое ощущение, как он там прям на меня смотрит. Блин, вот взять бы вот трубу по башке и звездануть, и все. Вы что здесь делать сейчас? Он, получается, за мной идет, просто за мной. Такого же быть не должно. Это глюк какой-то, опять. Очень странно. Прям пипец-пипец странно. Или я изначально сюда правильно шел? Ё-моё, ну ты серьезно? Здесь, оказывается, проход был. Кто ж знал-то? Надо было сразу сюда идти. Вроде никого. Просто это пипец как странно, серьезно. Смотри, еще одна записка. Что-то нам прям сегодня серия записок. Господи, мне искренне жаль за оскорбление пророка. Я ненавижу эти грехи, потому что я обижаю тебя. Славного Господа моего, заслуживающего моей любви, я заслуживаю наказания и дорожу, и прошу еще, пока не служу твоей милости и милости пророка Нота, чтобы больше не грешить. Понятно, надо отсюда валить. Да вот она уже здесь. Почему она за мной-то идет? Она что, чеканько? Она даже почитать нормально не дает. Или это мои шаги? Непонятно. Ну, как я понял, надо здесь на свет ориентироваться. О, походу, опять тележку толкать надо. Нет, сюда зайти нельзя. Че, серьезно, тележку толкать надо опять? Вот кто знает, знал то, что нужно сюда тащить? Я лично. Здорово, корова. А ты так и будешь вокруг меня бегать, да? Мне хана, я не знаю, куда здесь идти и как отсюда выходить. Как отсюда выйти? По кругу? Ты серьезно? Здесь нет выхода. Понятно, да, это.
Понятно, она, кажись, сюда как-то зашла. Давай речь толкай. Я не успею. Да залезь туда, что ты делаешь-то? Да блин! Да куда ты беги от нее? Я батарейку хотел поменять. Да какой ты тупой тормоз, ну серьезно. Красивая смерть. Блин. Я тебе сейчас объясню. В игре есть такая вот атмосфера. Вот фишка в чем. Вот она нас сейчас увидела, да? Мы вот сейчас с ней побегаемся. Я сейчас здесь спрячусь. Она сейчас уйдет. Да. Она ушла. Вот она. Сейчас она уйдет. Или она в эти ворота зайдет прям. Просто фишка в чем? Он, дурак, устает очень быстро. Я даже сейчас бежать не мог. Да сука, хорош тебя орать-то мне в ухо прям. Какая ты тупая, а? Надо было сразу так сделать. Надо было сразу так сделать. Она теперь, сука, меня здесь поджидает, да? Да толкай, что ты... Вот я не понимаю, он тупой. Он брал и не толкал. Здесь тоже. Не залез он с первого раза, хотя я также подкатил ее. Нет, херней страдает. Здесь очень неотзывчивое управление, серьезно. Еще все эти прекрасные баги. Здрасте. А ты че так на меня смотришь? Как бы атмосфера у игры, да, прикольно, все хорошо, но, блин, но... Как-то управление можно было подзывчивее, что ли, сделать тогда. Ну, я не знаю, ну... Но я сколько мы сейчас из-за этого просрали? Из-за багов, из-за неотзывчивости управления. Мы просрали за сегодняшнюю серию раза 3-4, наверное. А хотя, может быть, просто я криволапый. Да не. Салютик. Ну-ка. Давай. Преданному пророку Салливану ноту. Давай, 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 быстрей. Погоди. Только текст. Преданному пророку Салливану ноту от Лэрда Байрона, как записано ником Трэмбле. Благодарю вас за дополнительные экземпляры ваших проповедей. Я подарил их тем своим ученикам, мозг и глаза которых еще не поражены, которые могут читать. Но нам нужно больше вина для причастия, для успокоения от страданий и обеззараживания наших ран. Как-то здесь странно напечатано, то есть где-то буквы слишком друг на дружку залезают, а где-то пробил не в всех местах. Мои ученики жалуются, что ты обещал больше, чем дал. И хотя я могу довольно легко управлять ими, уверенным тоном моего голоса и тяжелым кулаком моего ездового животного, я предпочитаю путь доброты. Ты любимец Господа и святой дар для всех нас, Лэрд. Окей, будем знать. Чё там, кто стонет-то? Крой! Да что ты... Вот что вот это за управление непонятное? Ты нажимаешь открыть, он не открывает. Опа, она. Здорово. А чё ты не записываешь эту красоту? Здорово, мужик. Мария? Нот? Нот? Это пипец, кто там? Кто-то? Меня зовут Блейк. Чужой.
Отец. Я ничего не отец, я просто... Убей меня. Ты должен меня убить. Ему глаза что ли вырвали? Погоди, я не понял. Да, у него глаз нет. Нот возвращается с Марией. Он ее ранит, и я заговорю. Если ты меня убьешь, у него не будет причины ее ранить. Пожалуйста. Ну давай убьем его, жахнем. Сюда кто-то идет. Не шубивать его нечем. Да, кто-то зашел. Мы нашли ее. Йося. Мэри? А где она? Погоди. Тут не видно нихера. Тут не видно нифига. А, вот он этот, батя-то, ё-моё. Батя Нот. Отпусти ее, Дед Мороз. О, офига себе, она голая даже, там, походу, лежит. Отпусти ее. Дева Мария. Господь ненавидит тщеславие. И я тоже. Чужая женщина несет в своем чреве разрушение мира. Но Вэл... Чего? Отец дьявола сбежал. Короче, читайте сами. Что-то мне сегодня с чтением... С чтением не идет. Бедный бабёх и бедный мужик. А и вот интересно, сейчас реально был выбор убить его или нет? Может быть, просто я куда-то не дошел и что-то не увидел, но его убить нельзя было. Вот бедняжка, ей сейчас кости все сломают, растянут. Бедная. Фига он жирный, офигеть. I'm so sorry. Where is the woman? The mines. Up the mountain. Val has her in the mines. You'll never get her back. Not before the birth. Да как она так быстро родить-то может? We cannot fail. The world dies screaming. That's American. Убили. Пипец, у него коленки провались и локти. Бедняжка. Пипец просто. Ужас. Прикинь, какие они дебилы. Но зато мы хотя бы услышали то, что... Шахты? Черт возьми, эти шахты. А, нам теперь нужно идти в горы в шахты. Охереть просто. Пипец, ее всю разорвало нафиг. Ой, она еще и с голыми титьками. И мужика жалко. Надо было его валить, конечно, блин. Но с другой стороны, в панике он бы нам не сказал, куда ее увели, и мы бы не знали бы, где она. И еще плюс бабу убили. Ладно. На этом сегодня будем заканчивать. Ссылочку на плейлист и паблик ВКонтакте, как всегда, в описании. Подписывайся, не забудь поставить сочный лайк, а также рассказывай своим друзьям и жмякай на колокольчик, чтобы узнать о выходе новых серий самым первым. Спасибо за просмотр, до скорых встреч. Пока-пока.